Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HotWav V11. Сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца. Итак, для этого мы открываем настройки. Далее проходим в раздел «Безопасность». Здесь мы выбираем Face Control и отпечаток пальца. Теперь выбираем... Прежде чем мы добавим фейс-контроль либо отпечаток пальца, нам нужно выбрать способ разблокировки экрана. Выбираем, придумываем пароль, вводим его второй раз, нажимаем «Подтвердить». Нажимаем «Готово». И теперь я выбираю отпечатки пальцев. Нажимаем «Принять». И можем начать прикладывать палец к сканеру, он находится на кнопочке питания. И нажимаем «Готово». На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.